Здорово, пацаны! Короче, я в ахуе с вас, если честно. Вчера, говорю, скидываем бабки мне на камеру. 200 рублей всего скинули. Чё это? Ну, хули, раз у нас видеорегистратора в салоне нет, то держите охуенное видео хуёвого качества. Заказ отменен. Поеду потихонечку. В смысле? В прямом. Куда поеду? Ну, домой еду. В хутор Ленин. Что? Что? А почему вы это не заказали? Ну, потому что у вас животное, мы заказали тариф попутчик и... Да, блядь, я сейчас закажу просто 178 рублей на 1 рубль разница. Нет, только животным стоит на 50 рублей дороже поездка. Охренеть, да мне пофиг вообще, я не доплатить. Ну, если вы можете доплатить, чего тогда этого попутчика вообще заказываете, животным не заказываете сразу. Вы мне другое объясните, почему вы взяли и отменили поездку? Ну, а как когда я вас повезу? Когда я сижу уже в машине. Ну? И тратите мое время. Да это вы мое тратите вообще-то. Объясните, почему вы взяли и отменили поездку? Я вас как повезу-то, скажите. Обычно. С чего? Это ваша работа. Ну, моя работа. Да. Нормальный тариф заказывать и будут вас возить. Какой нормальный тариф? Я собака уже ездила и не один раз. Ну, есть условия перевозки. Ваша собака, во-первых, в переноске должна быть, во-вторых, я ты должен... Я в переноске, а вы не видите, в чем она? Это не переноска. А что это? По-вашему. Это вы в сумку посадили, переноска, это когда от нее шар в сторону не летит. Вот. Пиздец, ожидайте, короче, звонка. Блин, не увольняйте меня. Да пошла ты нахуй. Холодильником сам своим так, блядь, хлопай. Фоткает, блядь, стоит. Вон, блядь, фоткает, стоит. Контентово. Девушка, не пишите, не жалуйтесь на меня, пожалуйста. Жалуется, короче. Пизда тупая. Контентово. Девушка, не пишите, не жалуйтесь на меня, пожалуйста. Жалуется, короче. Пизда тупая. Спасибо за просмотры, лайки, подписки, комментарии. Дам вам еще один шанс. Реквизиты, короче, в комментариях. Мне, короче, на видеорегистратор охуительный. Скоро такое сделаем. Короче, кто скинет этот красавчик, давайте, на связи.